Здравствуйте, Арсений Селезнев, Зверобой. Вот мое предположение, что цыплята будут первое время, по крайней мере, вести себя вокруг ящика и в ящике. Вон там один цыпленок отдельно почему-то получился. Тоже хотел заскочить за ящик, там такая небольшая щель. Он вплотную не может стоять, так как там что-то типа плинтуса технологического, скажем. И сейчас обязательно надо вот эти, что в щель залезли, обязательно их надо подоставать сюда, чтобы они немножко переформатировались. Иначе там кто-то, кто оказывается внизу, он может быть раздавлен или задушен. Ну, они, конечно, сейчас не особо-то раздавят друг друга, но могут задушить. На всякий случай нужно вытащить некоторые. Еще не совсем приспособились. Вот этот, по-моему, петушок выскочил только что наверх. Вылетел, можно так сказать. Но ходят они, некоторые ходят очень плохо. Я думаю, что все наладится, все будет хорошо. Привыкнут они приблизительно к завтрашнему дню. Им остается вкусная еда. Сюда налью воду, чтобы они пили, им было не глубоко. И, по-моему, перенесу те поилки, которые там есть. Но наливать их надо там будет, на выгульном дворике. Вон они там позалазили, положились. И еще боятся. А уже можно доставать тех, которые на кого-то наступили конкретно. Там 3-4 слоя может быть. Вот они еще лезут. Арсений Селезнев, Зверобой. Когда переселяете цыплят, обязательно потом доставайте их, где они забиваются, чтобы нижних не раздавили. Это мое такое мнение. Это похоже на курочку, но там очень крупные глаза. Так что, скорее всего, будет петушок. Сейчас я вот подойду, посмотрим. Очень крупные глаза, но гребешок маленький. Ну, лапы здоровенные. Лапы просто огромаднейшие. Вон они там опаковались. Еще сверху. Все, кто-то вылез. И этих тоже надо будет вытащить, чтобы они уже привыкали. Жарко стало, да? Жарко? Или просто сердечко застучало? Ну, все такие одновременно переехали. Значит, не больше 7 перевозил, переносил в мешке. А минимум было 5. Последние 2 раза по 5 было. Вон они как давят друг друга. Арсений Селезнев, Зверобой. Вытаскивает цыплят. Ну, снимать про это не буду. Там надо аккуратненько двумя руками. Вот эти уже привыкли, можно сказать. Особо не кричат, ничего. Он осматривается. Подписывайтесь на канал, смотрите обновления. Пока!